офигеть. Так, ребят, будем открывать сейчас новые кейсы. Ну, так. Такое себе, неплохо. Подождите, так. Ребят, подожди, я открываю новые кейсы, бро. Наверное. Если тебе что-то навсегда выпустить. Ну такой, Саш, мод на самом деле. Ну такой. Но я мелкие кейсы открою. Откройте, чтобы получить вещи из британского набора на 3 дня или навсегда. Оу, май. Давайте откроем штуку 10. Как вы думаете, штук 10 нормально будет? Погнали. На 3 дня. На 3 дня. На 3 дня. На 3 дня. И все около юбки падают, прикиньте. Кстати, одни юбки. Одни юбки. О, нет, рубашка. Юбки. И рубашка теперь падает. А мне выпала жилетка навсегда. Нормально. А тебе навсегда что-то выпало? Давайте откроем до 6000 алмазов. Прооткрываемся. Да, такой. Ребят, тихо. Вот, у меня выпали ботиночки навсегда. Отлично. Погнали дальше. Не юбка навсегда, и жилетка навсегда. Нормально, нормально. Я хочу кеды. Тихо. Жа, привет. Всем здорово, ребята. Открываю кейсики. Ну, в такое себе. Мне что-то один раз такое навсегда все выпало и все. Интересно, жабка сможет мой рекорд побить? Ну, я не смог. Не смог открыть. Мне только одна шмоточка выпала. Давайте наденем ее, наверное, не знаю. Я тебе покажу свои. Я сейчас, ребят. Как мне могу с первого и со второго кейса выпасть навсегда?